Я не знаю, как БДК можно на ДК отъехать нахуй. Да я не знаю, там процентов 30 или 40 оставалось. Понятно. Просто паладинчик, если что, не ссы, как бы не иди меня подхиливать. Я сам захилюсь, это не проблема. То, что сложило там один раз, но у меня как раз захват от КД шелся и удар смерти от КД шелся. А я умер из-за того, что меня наоборот не отхилили, я держал на себе рог. Зашли все редко, где пистолет. Этот мрачный лорд, вот ты видишь то, что от тебя ДК убегает, да? У тебя есть возможность не только его кидать в окова, а еще сзади к нему подбежать. Я просто завис на загрузке. И бить его. Я тоже на загрузке. На загрузке. Кенткай, я вообще-то бегал, по двоим одновременно держал оковы и пороги, и по ДК. Ждал, когда у меня хватка откатится. Нет, да я говорю после того, как Рога уже сбежал, когда ДК еще оставался. Ну да, вот они когда, получается, Рога убежал туда, потом еще туда пошел ДК, и Рога был ближе к середке. И я в итоге как бы держал оковы на двоих. У меня как раз усиленный руник откатился. И я держал на двоих, пока была возможность. Что за хуйня? Я перезашел, и бухти торговцев духом появился. Там кнопочка возле этой хуйни там есть. Вернуться на танк. Все понял, понял. Че, Влад, как дела? Здесь же стоите, только теперь по Рамбу первому играть будете. Убавляйте. Мрачный лорд, не делай, пожалуйста, так больно. Не надо сразу гриппать. Кирилл, ты иди возьми как-то. Не надо, все, солнце хорошо. Не надо. Ну окей, ты заберешь, я секунду через три гриппну туда. Вообще на полмах. Ты по сколько зелий давал? По три штуки. Заранее. Okay. Ну так, кстати, что? Ты хоть напиши хоть что-то, что тебе надо там. Иди мне тотем поставь, крест. Бестия, дай мне фирман. На обратном дам тебе. На клубах, короче. Броню забери, я дальше мой поинт, это скажу. А чё, дым? Зелье пейте. Нажимаем их. Поехали. Мясануло через таунт. Тяните. Гриппай. А, он прибежит нормально. Грипп. Тут один. Понятно, у меня все лишники. Мне это больно будет.
прохил, я встанем. Блять, руки, руки дай, возложение, возложение быстрее, не прохилишь. Это возложение, блять. Ладно. Ты спал. Следующий. Он настреливает, ага. Урж. Забейте ромбик, блять. По печенке играем. Печенку гриб. Гриб. Ну, блядь, соусат, глыбу быстрее, глыбу нажми, глыбу, блядь. Ёбаный в рот. ДКшник, который на роге, иди забирай рогу. Тирия, контроль. Мрачный лорд, забираешь около на себя. Я лежу с пола. Меня никто не хилит. Ясно. Глю минус, блядь. Доля, выйди поподхиливай ДКшников, которые будут выводить пилишников. Меня хилить вообще не надо. Коты, сходите, берните глюка. Дитмус, дай БР по глю, да, быстрее. Блять, а может сейчас я отъеду? Станет, сука. Ханту играем. Ханту какой-нибудь там въебить. Визар въебанить. Кирилл, тебя хилит? Не надо меня вообще хилить. У меня ДК тут, контроль, блядь. ДК контроль. 1-1 ПВП. Сосать-то. Глюк, узлейте, Иннер. Я залил капец. Блять, лагать начал. У всех? Да, ебучий клоп почти. Молодорщики, не люди, но. И главное, подхиливай вот по чуть-чуть фламберга, только не на фул, блядь, чтоб с него рога не сорвался. Дайте глюку сокру какой-нибудь паладинами. Я дал. Так, блядь, я сейчас откисну, сука. Ёбаный стан. Угу, красавчик. Да, хан сорвался. Гриб ханта, гриб хан. Фламберг забрал, окей. Фламберг и хиль сейчас максимально. Фламберг бегает. Остальные выйдите, блять, обратно нахуй. Гриб асусубоб, асусубоб, асусубоб. Нахуй вы циклон, какой имбецил, блять. А зачем вы циклоните таргет? Дебилы, блять, конченые нахуй. Гриб и слили нахуй. Куржите ханта. Не выходи. Блять, там ДК еще бегает. Забить, по катку бегайте, вон где каток находится у вас, милишник. Диспел. Диспел фламберга, а? Сейчас сдохну. Алис, убейте. Все, по вару играйте. Вару бейте. Так, что у нас по БРам? Пантерка, дай БР по ретенху. Ладно. Тогда не надо БР. Ламбер где спал? Пурж, пурж. ДК, корни, циклон нахуй и так далее. Давайте, друиды. Глю бабл нажми. КД. Блять. Салио, салио по себе, дай. Салио по себе, дай. Я ему каплю закину. За салио дай глю по себе, блять. Дай салио ему нахуй. Там пал ушел, блять. Кинкей, пала забери с рейда, пожалуйста, крипом чем-нибудь, нахуй. Там и рога, нахуй. Рога в стране. Шокола бейте быстрее.
Блять, пал это проблема. Пала надо по-любому вывести отсюда нахуй. Это очень большая проблема. Все, вижу, пятно разобрали, отлично. Докобейте. Так, у нас есть БР, я один. Голденсер, дай БР по пантерке. Я понимаю, что нет БР, блять, я тебе дрессию не для этого, чтобы ты порник давал или давала и циклонил. Блять, ну. Упал все. Рог упал, к вам пошли. Пала забираем. Рог еще тут грибы. Мне и дали этот блайнд. Кинкея хильте, он на нем паладин и рок. Сейчас. Аковы дал. Сорвался на глю. Глю чуть-чуть отбежи от рейда. Глю с Альва есть по себе, да? Кого-нибудь. На долю пошел. Доля, иди к нам, блять, нет, на, нет нас, пожалуйста. Иди в нашу сторону, где танки. Ты сейчас заведешь Бельнора в рейд. Антара, грипните. Да нет у нас ДКшников, все мертвые, видишь? Ну все, блядь, поехали, стенка на стенку. Сейчас, какой стенка на стенку? Стоять, блядь. Все, бейте вон эту хуйню. Оковы, блядь, там, я не знаю, нахуй, обновляйте там. Долю прохил. Замедление дал. Не забрал урогу. Кинкей, прохильте, Кинкей, поднимите по хп немножко. Кинкей, прожмите. Контрольте рогу и ред. Ретрика, блять, надо увести вообще отсюда нахуй, куда-нибудь подальше. Блять, что-то, блять, ладно. Пурш, пурш. Не спалите только рогу, сейчас убью. Давай, Яша, веди, 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 веди. Отойдите от Бельнора. Не хочет нахуй. Угу. Бревно, ты контроль. Ешлена подхильте. Ешлена подхильте, он сбоку бегает. Диспел дайте по нему. Шо вы там, Антара добиваете, нет? Бревно. Не, бейте эту рогу, рогу, рогу. Рогу бейте, да. Звезду поставил. И контрольте хило. Быстро. Этим что-нибудь еще забыл? Уводи в другую сторону его, ты вереть ведешь. Нормально, на крылья разбивал. Не надо на флува поднимать только. А, ну, пойти, похуй, все равно не осталось. Саму лобить. Саму лобить. Thank you.
Че, может бежать прям по щит альянс. И шлена подхилить нам, он боб поседал. Он в бабе бьет, да? Прикольно. Дерево добивать, бомбить надо. Инкей, ты там живой? Иди его на кого покидай. Я там буду бинором сейчас. Секунду. Хил, хил меня. Все, убивайте. Уехал. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще. Чего, Лучка, одеваешься? Нас ждет битва с королем Личом. Ну, я вот не знаю, это сомнительная хуйня на самом деле. В смысле? Ну, типа, это неплохое, но, чтобы ты понимал, 240, 258 кольцо, ну, типа, такого же будет уровня. Только разница будет в сокете, все. Ну, тогда... Но при этом я еще и потеряю. Да сколько там? Это ты диспойлил цель, которую били, да? А, ну да. Там могилы гораздо больше на кольце этом. Так. 50 АП я теряю, я считаю. А, гео здесь всего на 10 больше. Блять, даже, ну да, 10-11. Сокет на АП воткнёшь, чё. Это да, это тоже плюс. В принципе, они одинаковые. А разница только в АП и сокете. Где же код на АП я тебе видел? Ну, не скажу, что прям лучше. Да, 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 потом Скарагер, ага. Тотем уберите сразу же. Я, блядь, в ВВК попал, я уже счастлив, знаешь. Последний. Давай ты до сверки побоев, раз ты там плотный стол. Окей. И кто еще сверки половит? Ой, давай ты сверки половит. Там ты ж мод на пень нахуй. Шо, Володька, ля, какой жирнич.
жрать бас. Да. Опа. 130-х. Бриспер на полюс на мрачного лорда. Нет, что на меня на полюс. Да, ты светлую сущность берешь и танчишь темную. Ромбик танчишь, короче. Вот вам метки для ориентира, стоите равно метка. В одном фрейме. Остальные все взяли темные. Войд слева ловишь сверки. Ваня справа. Короче, Войд, смотри, вот твоя задача отсюда. И вот так вот наискосок ловить. А я то же самое отсюда, вот только в ту сторону. Угу, угу. Чёрт. Почему полно? Ну чё, Б? 4, 3, 2, 1. Ставь, пожалуйста, там, где вот моя птица один фрейм. Только смотри за агро. Сейчас нормально строй. Не проебите Войда и то. Скажи, если прожаться надо будет там. Угу. Тоже массакра есть, если что. Не буду в курсе. Остаемся вам прожаться обоим. Дамы с балом. Тою прохил и Войду быстрее. Видите звезду дальше. Дайте ген. Шиман. Угу. Крик на хп обновить. Проебали на щепку. Успаунилось почти в рейде. Давать. Ну ладно. Сбиваем щит. Винденсер, дай БР по Асусу. Пантерка, Моралити. А не, стоп, Пантерка и Дедмуса. Дедмус поморалить. Ну Асус, ну блять, ну ты когда встаешь, Тойо прохил. Ты когда встаешь, ну нажми глыбу, блять. В чем проблема, да, Тойо? Так, приготовились. Мрачный лор, дай айсбаунд прямо сейчас. Прохил. Взяли светлую в ромб свечну, быстрее светлую в ромб все. Темный ловить. Щит быстрее сбили с ромба. Но больше ДПС. Угу. Давай сакру, перебегаем. Крест. Крест все стали. Блять. Ну, сдохла, блять. Good Dancer, да, Иннер по доле? Остаемся, бьем ромб. Дам айсбаунд. А то я его двое фул прохил. Я тебе по КД дал, короче, стиль ее. Я
успеваем общить. Ром, поднимаем максимально быстро. Ром, отлично. Мы куда не перевозим, поднимаем Ром. Валик с первого раза убили. Ага! Прига. Они должны умирать с первого раза. Чувствуется прогресс. Хуй себе, Прига два раза подряд, парни. Прикольно. Володька, забираешь? А, ты попробуй взять сначала. Ага. Я, конечно, попробую уже, но... Ща, пизду, на нуме я точно могу полететь, это ебало в рот. Нет, ты в хиле будешь. Там, если что, что-то поменяю, пока в хиле. Нет, правда, если такой хил, это пиздец просто. Кирилл, можешь пнуть Настю, чтобы она скинула эти тайминги? Настя, меня попросили тебя пнуть. Умираю, там негодует. В смысле, Прига, вы чё, пидоры? Очень гандоны. Умираю, очень недоволен. Сколько она там ему не выпадала? А он сейчас обычки выпадает? Ну, обычно Прига... Подожди, она у нас, по-моему, и в первом рейде упала, вроде, если не ошибаюсь. В четверг, да? Тоже падала. Подожди. А у нас получается только на прошлом, когда не упал один раз. А до этого типа падает. Что-то начало падать Прига по камням. Да. Сколько ты ударил? Сейчас они прыгают. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Нас гораздо больше. Хамержайка, ты вообще был на нубе когда-нибудь? Нубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. У тебя ММ спек есть? Вы так бездумно построили свои дома. Все ММ спек сделай, на пол больше будет. Типа от тебя нам требуется на пол. А Яша, ты будешь напуливать в правую сторону. Потому что в Яше больше уверен. Вот почему. У нас ДПС без него просто не хватит. Блять. Ну ладно, Бриспер, ты на это будешь с правой стороны напрягать. Ну вообще, ладно. Сейчас, короче, посмотрим. Ладно, один пол. Молитва стойкости и приквара на ХП. Что, мне напуливать или нет, я так не понимаю. Ладно, пускай Бриспер напуливает. Танки. А у нас, блядь, по шаклам ноль, нахуй. С ручками, нахуй, да? Гунденсер позбиваешь сферки, как в прошлый раз. Кто первый раз вообще тут? Все были? Все, блядь, знают, что делать. Клю, твой первый боб будет. Войд, твой второй боб. Няшная девка, твой третий боб. Я надеюсь, он тебя на панели вынесет. Сняшная девка. Красава. Тебя надо напуливать на твое копатели. Камни возьмите все. Я у блокера сбиваю, да? Что еще раз? Я у блокера сбиваю. Да, 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 на кинка, и ты собьешь там где-нибудь печеньки. Угу.
Риспер, короче, вот твоя правая, на меня звезда сейчас. Вот с правой стороны два копателя, напуливаешь на той. Сможешь это сделать? Хотя нет, здесь, наверное, лучше хантом, блять. Тебе ж на пул не достанет. Не, Хомержейка, ты с правой стороны будешь напуливать. Рогами символ можно на маленькие хитрости кинуть. Не 9 секунд будет. Слышишь, с правой стороны. Вот, раз копатель отсюда уходит, и второй там с угла. Тебе нужно, ну, вон Тоя будет стоять в печеньке. Наплудать и напуливать на него эти двух копать. Блять. Короче, вторая фаза. Войд. На второй фазе, который первый копатель выйдет, дашь ему сап. Угу. Вот с креста, который выходит. Хомержейка, как только начинается вторая фаза, вот этого с креста копателя ты не трогаешь. Напуливаешь только одного вот этого, который вот с этой стороны выходит. На той. Вот здесь вот. В кресте не трогаешь. Да. Дашь сап по нему. Бестия, ты второго зашаклишь, который второй будет выходить. Ну, вторая пачка. Ну и там няшная девка, если что еще. Изгнание зла, либо ты еще изгнание зла дашь. Там посмотрим. Бопы я буду озвучивать, поэтому не спешите с бопами. У нас 2-3 бопа. Если там будет возможность на меня будет идти, это хуйня. Зубы плюс эйсмаунт, я там поживу похилить. Потянем время. Ну и так далее, короче. Будем смотреть по обстоятельствам. Так. Сопроты у всех, я надеюсь, есть. На второй фазе пьете. Снимаете. На, если убьем его второго рита, будет был магик. Блокер Тоя. Шестой апать Вара его вынес, чтобы не мешал. Так, дальше. Че он мне тут пошел? Админ. Так, и еще один момент. В этот глуже, которая в печеньку, в нее ни при каких условиях нельзя заводить аннуба, когда он закопан и шипан. Это лужа неприкосновенная. Так, давайте, огурцы, жрите, рычи на полумах. Остальное слушайте, все озвучивать. У кого лед аура сейчас стоит? Сколько сопрот стоит сейчас? А дайте глю. Где-то сотку примерно. Глю, забери им лед, ты первый будешь нажимать, потом, ну, это ЭМА на второй фазе. Дальше там будет видно. Камни локовские, надеюсь, все взяли на второй фазе, на кундебаф там прожимайте. Да, вроде все. Сказал. Остальное ступить. Таймер не забудь. Ты вынес таймер все? Да. Все, отчет даю. 5, 4, 3, 2, 1. Не забывайте обновлять клик на ХП. А, ты у нас 1-2. Копатели на пол. Блять. Стан. Весь камер тоже будет. На всякий случай. Копатели на пол. Стан. Мозг уберу.
центр побежали все. Сейчас никто не напуливает на тое. Никто не напуливает, пока митку не убили. Ас побежал. Глют, твой первый бог. По копателям сыграли, полуе дали, быстрее залили. Крутиняне. Давай, Войт Волф. Не, давай, дашь бок по нему. Ну, сука, ну что ты делаешь, нахуй? Ты, блядь, кроме того, что лужу засрал, нахуй, ты нам, блядь, пул, нахуй, весь засрал сейчас с этим. Ты понимаешь или нет, нахуй? У нас и так ты паладина, сука, нахуй. Нахуй, надо менять нахуй вот эту хуйню, что нахуй заебало это богодельное нахуй. Гуденсер, дай БР по Вайт Волку. Скоробеев добили приор, потом играем по боссу. Копатели выйдут, копатели на пулу. Скоробеев быстрее допинали. Фаги, вы ебанутые нахуй. Еще одно, сука, кольцо льда нахуй, я вам покосорю с нему нахуй. Припахните паладина. Столько ДПС сейчас всрали просто нахуй. Сейчас хуй успеем еще перевести, блядь. До третьей закопки нахуй. Копателей на пол. Убежали. Копателям пул ДПС дали, ОЕ. На нем КД, блять. 8 секунд. Побегай троху, побегай, дашь по нему боб. Аняшная девка. Аняшная девка не бежит. Я понял. Чел, который закрывал на мейне, блять. Ёбки, блять. Боб, срочно по хумерджей кидай, няшная девка. Будет Боб? Выйдет погулять. Няшная девка, алло, нахуй, ты тут вообще? Боб точно на панели есть? Няшная девка, прием. Ну и где твой боб, нахуй, скажи мне, пожалуйста. Маги, блядь, никакого лица, кольца льда, блядь, не давать по этим ебаным скоробеям. Вы понимаете, что он, сука, стоит в АФК, нахуй, потом, блядь, пока этот лед, сука, он, блядь, ну, его нереально, сука, не грипнуть нихуя, блядь, в мелизону. Мы теряем дохуя ДПСа, блядь. Если он вас бьет, у вас есть глыба, нахуй, чтобы скинуть эти стаки, если что, блядь.
перед второй фазой. Еще одна паладин и просьба, блядь. Перед второй фазой, после второй закопки, ну, когда второй раз закопается, старайтесь корабьев на себя траунс. Потом баблом скините стаки. Рыбу хавайте, да, и... Хотела бы. Окей, постарайся они на вот этих вот, короче, берегах разбивать, а куда-нибудь чуть-чуть сюда. Она нахуй убегает от меня. Я понимаю, но просто подальше от берега, а то она криво лежит. Хорошо. Я могу вообще у стенки кататься? Ну, тут вот делать идеально будет. Плоди на бабу стрелять. Углю каски. Няшная девка, кулаки. Пристабаф обновить. И пристабаф, блядь. Еще раз вообще на полу. Таймер не забудь. Ага. Ничего, отдаю. 5, 4, 3, 2, 1. Это место станет вашей. О, порядок, спасибо. Начну этот, давай и истерию с парка поешь. Копатели на пух. Торщики снова. Меня одного лагать? Всех. Копатели на пол. Мега мало ДПС, на 2% меньше, чем в прошлый раз оставили нахуй. По копателям дали, ой, я зал побежал. Куда твой первый был? Беги за зал. Чё, блять? Нет, я не таунчил. Я походу агро... Походу агро сорвал нахуй ЛПшки, блять. Сука. Падайте. Ну это не таунтим, это ЛПшку. Надо их не бить вообще нахуй. Стали на скоробьев только на себя брать будет. Подвозить туда, блядь. Не знаю, ты мрачный орк как там, блядь, но я просто игру сорвал ЛПшки. Ну я в ДК, у меня увеличен урон был. Ну, я чисто накинул дота, накинул лужу и все, и стоял по АФК. Потом смотрю на меня, а вы нормально придумали, конечно? Вы нормально придумали, когда у вас там Т4 работает на УЕ урон от лужи, когда у вас там дота, ебать сколько наносят. А у тебя ебучие блоки по 700 урона. Слушай, ну на прошлом трае под двумя паками вот одинаково было, как бы, и ну, на меня не перегревалось. Все то же самое, как бы. Ничего не изменилось.
Вот, я просто сделал, чтобы еще под этот, под третью фазу, на, ну, на второй фазе, по факту, чтобы еще сливать купол. Я Т4 отдам, потом еще купол отдам. Там бродячей чумы нет случайно? Не-не-не-не, до туда не докачано. Нету ни бродячей, ничего такого. Ага. Странно. Ну да, конечно, на боссе, где есть контроль, брать еще и бродячие, обязательно. Давайте фулба в паре, дуры бухаю, пантерка быстрее. Дуаля тоже, что там офкаш? Пристама. Сама вдашь или нет? Там есть. Я ж на девку кулак дай. По друиду. Бля, бесть, это ФК, что ли? Отпейся. Не забудь таймер. Короче, на полумах. А чё отдаю? Таймер еще раз напомню. 3, 2, 1. Сука. Она убегает. И лагает, блядь. Хватили на пол. Хватит, я напал. Центр подбежал. Не направо, в центр, ребят. А уешку дали покопать. Бриспер побежал. Глю твой первый боб. Шлет шипов. Залили максимум копать ли вы. Фламбер, что ты там бегаешь, скажи, пожалуйста. Ну а чем мне по шипы надо было залезть? Долго, блядь, думаешь. Все копатели уже бьют, блядь, а ты до сих пор бегаешь. Соусат выбежал. А не асусат. Побежали все стороны к воде. Асус, зайдешь в лужу. Без бопа, без бопа. В лужу зайди, в лужу. Угу. К воде побежали все. Все, вернулись обратно. Ретен к воде. А, нет, соусат к воде. Зайдешь в лужу. Если успеет подойти. Отлично. Скорпев добили быстрее. И по боссу играем. Копатели на пол быстрее. Босса бьем. Один копатель в рейде, ничего. Тихните. Сбейте каст. Начну, отведи и забери таунта. Можешь? Там.
Я уже. Молодцы. Так, сейчас копатели будут новые. Копатели на пол. На пол, на пол, на пол. Босс объем максимально. Чем можно больше. Так, у нас два бока, не заебись. Центр побежали. По копателям сыграли, пантерка побежала. Вой, твой первый боб. Няшная девка, твой второй, блядь, боб. Напоминаю, блядь. Стой, пантерка, я тебе скажу, когда заходить. Стой, стой, стой. Заходи, заходи, заходи. Угу. Этот мус выбежал. Няшная девка, твой боб будет. Со скоробеем играем максимально. Много. Боб, боб, боб. Под этмусу. Да сука, ебаная няшная девка, нахуй. Нажми кнопку, блять. Нахуй ты вообще в рейде тогда, блять. Мрачному лорду дай боб хотя бы. Сука, уебок на паладине, нахуй. Нулевой, блять. Слушай, но он боб дал, вот, пантер, 3 секунды назад. Да я видел. Я видел, это пиздец, нахуй. Скоробеев добили приоритет. Подведи эти миллизоны, копатели на пул. Пантерка, дай БР по Бетмусу быстрее. И Инер Музолей. По нубу бьем. Ребафнули друида быстрее. Так, мы не успеем нам переведуть. Сап по следующему будет. Так, следующему. Стопните ДПС по нобу, никто не бьет. Хотя, блять, бейте, ладно. Не-не-не, стоп, копатель на пул, копатель на пул, потом пере. Блять, копатель на пуль. Копатели, копатели, копатели на пульте, блять. Дал из баланс. Геру, давайте бейте пост. Снимите стамину в себя. Ясно. Как можно за ДК умереть на первом же холоде? Не зеленый, зеленка есть, на фейсбаунд есть, блядь. Пиздец, нахуй. Эма, нажми на лед, глю. Дальше. Войтбул, забери у него этот лед. Нажми, Эма. Маршлор, да, эйсбаунд? Не, вообще нахуй. Ноль прохила по меткам, все умирают, нахуй. Слушай, давай, может, вместо дедмоса поставим рыбоцыпу, пусть дедмос в коте бьет, а рыбоцыпу в варшаму. Давай. Ну что ж, последний-то в шестером хилит уже. Поддерживаю Володьку. Ну какие в шестером, блядь? Я могу ДПС просто... много или что? У меня вот, блин, мне вот хочется этого паладина кикнуть, нахуй. Вот реально, блядь, просто, сука, ни о чем, нахуй. Кирилл, послушай, пожалуйста. Ёбаный Артём... бог не может дать. Артём на эрдру может зайти. Рахи Сера. Либо эрдру, либо... Блядь, я тебе за 20 секунд, сука, озвучил, нахуй. За 20 ебаных секунд, блядь. Тебе, нахуй, дать боб, нахуй. За 20 ебучих секунд, нахуй. Как, блядь, можно не успеть, нахуй? У него просто фрейма фрейда нету, всё, блядь. Нажми, блядь, О, нахуй, там, где рейд находится, блядь. Вынеси, блядь, левой кнопкой мыши, зажми по группе один, блядь, и вынеси все фреймы, нахуй, если у тебя нету ни грида, ни хилбота, блядь, ни вуду и так далее, нахуй. И по нику, блядь, которому я говорю, блядь, нужно дать боб, нахуй. Кирилл, ты услышал, да? Да, сейчас, если что, сбегу. Я тут, если что, скажешь.
Блять, там можно вообще нахуй дать просто, блять. Там череп метка кидается, блять. На кого эта хуйня идет, блять. Да, ты в ДД. Ой, в ДД. Кимкей, объясни ты мне, блядь. Вот как мне можно на ДК умереть? Я не мог понять. Да как, блядь, не может быть? Усиление оружия, нахуй. Кровь, это, блядь. Ну, в смысле, нахуй. Я его сразу же сдал во время Гера. Это пиздец. Ты хочешь сказать, вот на тебе пронзающий холод, блядь, он тебя не в первую же секунду убил, нахуй? Я хочешь сказать, что у тебя, блядь, 5 секунд не было рун, нахуй? И не успел, просто камень прижился. Рыбу хавать? Я ж на девке, либо ты, блядь, сейчас дашь боб, нахуй, справишься с этой сложной, блядь, задачей, нахуй, либо я тебя просто кикну, нахуй. Потому что профита я тебя вообще никакого не вижу. Я брал паладина, блядь, чтобы, нахуй, он дал боб, нахуй. РДД, можно вас еще попросить на фазе, как бы, прям под жопу тоже к миликам подойти? Потому что я купол буду скидывать, но как бы лишний допсейф не помешает. Вообще на пол, ба. Огурчиков хочешь? Вообще старайтесь на второй фазе максимально, кроме Роги и Ханта, блядь, стоять в одном фрейме с боссом. Ну, который напуливает. А чё, отдаю таймер, не забудь. 4, 3, 2, 1. Хватит на пол. Хуйня, сейчас поменяемся. Няшная девка, ты меня слышишь? Самый первый сейчас боб даешь, нахуй. Вот в центре на кого, блядь, бежит нахуй этот, блядь, ну, на кого бежит эти шипы, блядь, вместе с ним бежишь и даешь боб нахуй, когда к нему подбегают. Надеюсь, ты, блядь, по себе не дашь, попадешь по таргету. Пасть мне на пол. Чалки побежали. Няшная девка, блядь. Даешь боб первый, еще раз напоминаю. Покопателям дали ОЕ. Зао побежал. Вместе с ним, няшная девка, беги. Только от шипов отойди, пожалуйста. Я скажу, когда боб нажать. Возьми его в таргет. Боб, давай, боб. Стой, Зао. Жди, я скажу, когда зайти. Заходи. Соусат вышел. Пока эти у тебя боты вроде были инжи. Потом скачком в лужу зайдешь. Да нахуя ты так рано нажимаешь, блядь? Скачком в лужу. Блядь, что ты делаешь, нахуй? Блядь, вы нормальные вообще люди, нахуй? Адекватные, нахуй, или нет? Ну, это пиздец, нахуй. Хоть рыба цыпа, молодец, блядь. Надо менять. Дедмус, дай БР по соусаду. Копатели на пол. Скоробьев да уешьте. Ребахните мань. Копателя, блядь, забери мать, ну ладно. Забери, только не подводи прям, блядь.
Припасните, Мань. Каску дайте по нему. Лапку. Стамину можно не давать. Припасите мне на пол. Хочешь, дайте по ноту ДПС. Так, у нас два БП есть зато. Глю ты первый даешь. По копателям дали, у я доля побежал. Отошли от шипов. Старайся максимально себя поднять, старайся скребей перевидеть на других таргетов. Дашь боб по рыбицепи. Вон лужа слева там в углу. Войд. Угу. Жди. Скребей поиграть. Не надо их уводить, блядь, далеко нахуй. Сводите в кучу нахуй, бейте, блядь, РДДшники. Или это я побежал. Беги в сторону, там где нуб появляется, кресту. Скрабея еще два вышло. Мрачнор, забирай на себя, веди миллизон. Играйте по боссу. Зауешь. Копатели на пол. Босс убьем. Успеем его перевести для копателя. Не надеюсь. Боже мой, вроде. Хан, не забудь там покаяние в кресте. Два процента надо успеть. Не успели. Блядь, копатель на пол, копатель на пол, копатель на пол. Блять, стамину сняли, Геру дали фулл ДПС по боссу. Далось бам. Прохил. Так вам этот меня ждите камни. Глю, дай ма на лед. Быстрее. Мрачный лорд эйсбаунд. Забери войд лед. Отдай ему лед. Нажимай ма. Давай, давай. Нажимай. Глю, бабл с экра, глю, бабл с экра, быстрее. Не трогай. У меня шная девка, забери лед. Копатели на пол. Дай бестия гимна ману, на хп точнее, на хп бестия, бестия гимн на хп. Копатели ферните, который вредит. Нахуй, все, минус все хилы. Я не знаю, как убить. Я сдаюсь, нахуй. Ну, немножко побольше ДПС вырасти. Да тут дело не в ДПС, нахуй. Мы первого этого нуба, блядь, убивали еще хуже ДПС, нахуй. Дело не в ДПС, нахуй. Там рога откинулся, отживал. Или не отживал? Нет. Того я, походу. Пантерку не прохилили, нахуй. Хаммерджейку не прохилили, блядь, тоже. Блядь, не прохил, нахуй. Зау, блядь, копатель убил. Ну и хилы потом от копателей сдохли.
не знаю, обхотываете Рогу хотя бы и Ханта. Что Рога умер чисто от АОЕ. На нем даже дебафа ледяного не было, он просто откатился то, что его бил. Огурцы поставь, Флок. Я надеюсь, все саппорты пьют на второй файл. Людишки, похуй я вижу, блядь. Людишка, нахуй, ты мне, блядь, пиздец как не нравишься в последнее время, нахуй. У тебя должен быть был саппорт, нахуй. Фуртаняня вообще нихуя нету, ни саппорта, блядь, ни фласки. Просто нихуя, нахуй. Пацаны пришли, я уже был саппорт. Ну, въебываю им по 500 сразу, нахуй, все. Давай еще один. Че, а ну бы так, блядь, пришли травить. В начале рейда давали саппорт. Если вам не дали, вы должны были сказать. Я перед рейдом, перед пулом озвучивал, блядь, что все должны саппорты быть. Что? Со вторым хэпалом лучше будет или хуже? То же самое будет. Не, ну, то в один хулипал метки заебись прохиливает. А второй танк. Ну, вдруг да. Я говорю, держите просто на роге, на ханте хотя ладно, бы. Ладно, да... Дэдмус тоже спекайся в хила, нахуй. Пойдем в 6 пистона. Потому что нет наполов, нет убийства. Кстати, Ор, у тебя что там, мисклика не разбовывал того? Что? Да, копай этот, мрачный случайно, видимо, мисклик, одного копателя из-под тебя, под нас грипп.